Мне нужны деньги! Сдохни! Всем привет! Меня зовут Виктор. И это продолжение прохождения Assassin's Creed Odyssey. Ну, вы, наверное, уже и сами догадались. Кефалон, влюбленный в пламя. Ептать, сколько я тебя могу убивать? Влюбленный в пламя, Кефалон. Кефалон, влюбленный в пламя. Я где? Я здесь. Тут еще какой-то 58 уровень недалеко есть, да? Ну давай тогда и его. Ах ты ж. Ептать, у меня нету этой. Надо дождаться, когда у меня это бафнется. Он такой за это баба, да? Такой чик-чик-чик крадется. А я вот так. Оп. Жаль убивать тебя. Не убивай. Что ты, блядь? Пиздец. Почему ты не стал бить-то, ёптать, этой хуйтой? А все, теперь она сбежала, да? Теперь я ее не найду. Базара нет, теперь далеко она. Так, ну где-то здесь у нас этот есть, да? Где-то есть. Так, а чё, у меня это, ранг там нет. Я все так еще C1, что ли, да? Электродитя железа. Голодное поражение, этот неизвестен. Медея упорная. Медея упоротая, да? Так, способности. А, стоять, подожди. Мне ж надо было это. Я ж способности, очки способностей у меня. Урон от копий. Так, вот. А я могу вот это сбросить, блядь? А? Урон воина, я вот... Исцеление, это... Хотя, подожди, нет, я же хотел... Вот, я же хотел это... Загрузиться... по-моему, с... Вот отсюда... Потому что мне не нужна это, получается, исцеление. Это хуйня бесполезная. Не, ну может быть она и полезная, но она работает только от этих. От обычных атак. Она работает только от обычных атак. Способности.
А, это уже у меня, блядь, перекинутая, да, способность? Так, давай тогда отсюда загрузимся. Надо. Тогда сейчас. Ножичко назад откатимся, потому что так это сейчас сперва драться надо, да? Это все заново, сейчас я драться буду. Ладно, хер с вами. Блять. Ня. Меня заждал Саид. Я и не уходил, я здесь. Кто он? Ты как будто дерешься лучше, да, бля? А ты как две пьяных козы дерешься.
нашел. Нет, я сидела тихо, не да плакала. Я... Отпусти. Спрячься, я встретимся прошу. Позже. Спасибо, спасибо, спасибо. И тебя, да-да, и тебя. Моя жизнь спасена. Спасена, спасена. Ну, там батя еще дерется до сих пор. Так, сохранились теперь. Парарарам, способности. Так, давай мы теперь скинем все. Так, мы освоим это. Так, теперь мы освоим хилку. В чистоте. Так, хилка, так ты. Это атака в радиусе, вот. Адреналин. Окей, так ты. Ага. И ярость. Для мощной внезапной атаки. Так, и здесь теперь. А, так, теперь мы урон воина качаем. Так, 20%. Угу. Урон от тяжелого. Шанс крит удара при низком здоровье. Общий показатель брони. Так, вот урон от огня. На 18,8 урон от огня. Так, здесь. Вот теперь все. Ты спал? Ну. Покажись. Отец? Ты... Минотавр? Только не говори маме. Я ждала, ждала и... Ты ведь... Конечно, я бы... Пока... Прошу. Амара!
Спасибо, Ли. Спасибо. Ну да, на твой корабль. Ой, трус, не за... Лучшая похвала. В певке оставаться опасно. Уда... Удачи, да. Все. Культ существует десятки лет и будет жить еще много веков. Угу. Будет, будет. Шашлык из тебя будет. Блядь, 3000 метров до туда офигачить. Через вот это все пробежать надо, да? Можешь, ну его пока. Как бы мне-то сейчас культ не к спеху. Шестое копье. Оно, по-моему, никаких бонусов-то не дает уже. Ну не, может какие-нибудь, конечно, и дает. Что мне надо было, я сейчас на этом, на пятом уровне копья сделал. Назад! Я прыгну! Не делай этого! У каждого есть ради чего жить. Но не у меня! У меня ничего нет! Я никто! Это даже не броня! Это мамин поднос! Не самый лучший! Я неудачник! Неудачник! Не трать мое время и отойди от края! Хотел бы прыгнуть, давно бы уже сделал это. Что? Что? Я спрыгну в любой момент! Не спрыгнешь, ты жалкий трус. Я не трус! Вот, смотри! Клянусь туникой Зевса, ты прав. Да, ты прав. Я жалкий трус. Отойди от края, поговорим. Деревня бедна. Ни торговли, ни приезжих. Мы погибаем. Меня выбрали убить Минотавра в надежде, что это нас прославит. Спасет, быть может. Но я не гожусь в убийцы Минотавра. Меня обокрали в первый же день здесь. И кто? Проводник. Охота на чудищ не всем по плечу. Даже не став убийцей Минотавра, ты найдешь способ спасти деревню. Ты прав. Мне просто нужно всех обмануть. Ха. Не перевирай мои слова. Обман сработает.
Люди здесь очень добры и слегка глуповаты. Правда? Не верится. Пусть думает, что я убил Минотавра. Деревня станет моим святилищем. Я буду как Тесей. Морис Великолепный, убийца Минотавра. Мы будем жить как прежде. Какая-то мечта. Зато люди вспомнят о нас, начнут торговать с нами. Это достойная мечта. Я должен выглядеть, как подобает победителю Минотавров. Достань самый броский доспех правителя Певки и оружие, которое я якобы вырвал из рук Минотавра. То есть из копыт. Тебе нужен топор, как у Минотавра? У меня есть кое-что. Да, да! Благодаря этой штуке все поверят, что я убил чудовище. Но мне все еще нужен доспех. Ну, чтобы я выглядел как настоящий герой. Поможешь мне? Я здесь, чтобы помочь. Ладно, ладно, ладно. Что тебе еще рассказать? Ладно, я найду доспех и топор, достойные убийцы Минотавра. Только не прыгай. И не подумаю. Вот топор, который искал человек с крыши. Довольно тяжелый. Сможет ли он поднять его? Хочется спрыгнуть. Подумай о чем-нибудь другом. Не здесь и не сейчас. Сокровище одно стащили, еще ресурсы. Так, тут идет электродитя железа. Блять, там еще кто-то идет рядом. Ну или точнее недалеко. Доспехи, говорил Морис. Да. И впрямь броский. Теперь у меня есть все, чтобы человек с крыши вновь прославил свою деревню. Отнесу ему эти вещи, пока он не спрыгнул. Ну ладно. Сейчас только наемника отпиздим.
иди. Понял. Блять, ты как туда ушел, скотина? Ты, блядь, лазить научился, да? Подзабыл, ёптать. Сколько у вас тут в это, в пламя-то влюбленных? Да он просто на дороге попался, вот и поэтому я его прибил. Так бы, конечно, я бы его не трогал. Да что ты там, блядь, лопочешь-то, ёптать? Коли мне мама, ля-ля-ля. Ты чё, прыгнешь, нет? Прыгать будешь? А ты ж передумал. Я здесь. Благодаря этим вещам ты сможешь всех обмануть. О, превосходно! Не беспокойся, это ложь во спасение. Про нашу деревню снова вспомнят. Не мог бы ты, ну, отдать мне эти вещи? Конечно. Топор и доспех твои. Отвернись-ка, дай мне переодеться. Чё? Поднос, блядь, снять с груди. О, выглядишь как герой. Будто ты прикончил целую семью минотавров. Что, правда? Ты мне не врёшь? Не вру. Твой грозный вид даже меня немного пугает. Ого!
Все хорошо! Я теперь герой! Я спускаюсь! Чувствую себя героем. Героем. Так, что у вас тут? Харе, незнакомец. Нужно что-нибудь? Мой сын больше никогда не будет играть в кости. Как и смеяться. Я знал, что он может умереть. Но чтобы вот так, в пасти тварей с плавниками. Акул? Мыслителю не подобает желать смерти неразумным. Но я готов на все, лишь бы отомстить. Или хотя бы получить его мешочек с костями, как памятный знак. Я должен убить всех акул. Ты ведь справишься? Я помогу. Твоя помощь мне пригодится. Оставь это мне. Убивайте акул по всей Греции. А, то есть мне одну надо убить. Одну акулу надо убить. Ладно. Осталось убить одну акулу. Это ж фигня. Так, тебе что, можешь просто бабла дать? Нужна помощь наемника, незнакомец? Не хочешь ли купить защитные амулеты, Мистий? Он будет защищать тебя от зла. От какого? Лучшая защита — мой меч. Это очень кстати. Меня ищет недовольный покупатель. Пусть тебя защитят амулеты. Иногда и магии нужна помощь. Да. Значит, его нужно убить. Ну что, берешься? Я возьмусь за это. Это стоит твоих усилий. Хайре. Амулет шарлатана. Какого уровня этот идет? Ебать его. Семьдесят третий. Не обойдешься. Но я-то его победил. Угу. Что, мне прятаться, что ли, куда-то? А, это ты. Удалось его убить? Он уже мертв. Прекрасно, друг мой. Это тебе за работу. Спасибо. Огромное спасибо. Так, амулет шарлатана. А, акулы. Сейчас мы за акулами, да, пойдем. Так, кораблик. А где мой кораблик? Что, надо акул найти. Надо найти акул.
Саргон, необычный лавочник. Так, мне надо найти какой-нибудь корабль, который я еще не это не отскребал от пола. Здесь уже все. Не, ну в принципе. А, ну вот есть. Дворец Эгисфа. И. Погнали тогда туда. А я так проплыву вообще к нему. А ну, в принципе, да, это наикратчайший получится путь. Малость заплутал. Так, мне надо, знаешь, чё, как мне надо как сделать. А, ну тут в принципе. Да, тут в принципе. Прямая почти и получится. Пираты? Это пираты? Нет, это спартанцы. Ну, блядь, проплывай быстрее. Ну, что, там мне замедляться придется. Но с этим-то столкнусь, походу, да? Ну, ёбаный насос. Блять, половину сразу снял. И он еще на меня так, это, рыпается. Я, блять, сразу им половину корпуса сломал. А он это... Что стреляет во мне... Каракатица дохлая. Чё, блядь? Где все это? Морские сокровища это какие тут есть?
пиратов нету. В воде ни хера не валяется. Ну, чтоб примерно по курсу было. О, прям, смотри-ка, прям почти по курсу валяется. Наемничка бы какого-нибудь бы поймать здесь. Да вот нету. Акулки. А второй... А, вот два сокровища, все. Чудесно. Всем больно! Наш капитан уходит! В открытое море, между прочим. Уходит ваш капитан. Блять, а у меня чё с это перестало срабатывать-то? Эхолокация. Чё с ней случилось? Ё-моё, как я... А это еще кто? Барыга. Чуть мне на голову не наехал. Ну все. Акулу убил. Хера себе. Просто напали на меня.
Мостик! Всем больно, ждите приказа! Ну, второе где? А чё? Чё вы в так разных, в разных местах-то лежите? А, это местоположение пера? Ладно. Я перо нашел, нет? Нет, не нашел. Блин, там еще и акула плавает. Давай, 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 всплываем. Что, задания какие-то выполненные есть, да? Укажи мне путь, вернитесь к философу. А вот исследование пещер, да? Ладно. К философу. Где этот философ? Давай к философу вернемся. Посмотрим. Че он 2000 монет мне отвалит за... за акулу и все. Тут и так понятно все. Добре на якщо.
А вот и ты. Дело сделано. А то. Они мертвы. Все до одного. Ты сдержал свое обещание. Я сдержу свое. Это тебе. Рад помочь. Свобода передвижения. Великий Минотур. Что это еще за... Минотур это что? Тур по к Минотавру, который или что? Угу. Кэре, тебе нужна помощь? У нашей деревни встали лагерем солдаты. Они просто звери. Следят за каждым шагом. Мне теперь не уйти. Наталья ты собралась. Ты хотела бы уйти? Сбежать? Нет, но за пределами деревни живет несколько беременных. Если солдаты не дадут им помочь, и матери, и дети могут погибнуть. Значит, его нужно убить. Да, убей полководца. Ладно, я берусь. Что ж, тогда я спокойна. Вернусь, когда закончу. Да у них так просто, ёптать. Пойди да убей. Чего изволишь? Давай что-нибудь тебе продам. Если что-то нужно. Подожди, улучшить. Чувак стоит 3700. Ну давай улучшим тебя. Ебать, а я лук так и не улучшил, да? А, я ж на него бабла так и не накопил. Ну хуй с тобой. Давай трусики и так, а чё на копье сколько нам надо, не хватает. Ну и ладно, очень рад. Не хватает так не хватает. Сейчас квест выполним и хватит. Покровом ночи. Они... Не, ну понятно, что я это. Я наемник, я сейчас по квестам бегаю. Они так хули ночью не спят. О, блядь, а эти что? Кого они там пиздят? Они что, друг с другом дерутся или что? А я не уходил. Бля, это же два спартанца. Они что, друг с другом дерутся? Все.
Не буду я там зачищать все это. Справился с ними, ну молодец. Это ты? Ты убил его? Он уже мертв. Ты хорошо поработал. Гони мои драхмы. Прими это в награду. Сойдет. Конечно, сойдет. Угу. 73-й нет. Приветствую тебя. Всегда тебе рад. Ну и чудненько, что ты так всегда мне рад. Капитана забрать сокровища. Ладно, капитана убили. Первое сокровище. Блять, почему у меня радар не работает? Слетел, что ли? Графика, игра, управление. Так, бой, навигация. Забраться 5. А, подожди, озарение-то не работает, потому что я ж его не выучил, ёб твою ж. Я думаю, почему у меня озарение-то не работает? А я ж глаз Афины-то не выучил. Чш, блядь, в настройки полез. А так... Я ж его профукал. Точнее, не профукал я. Почему-то решил, что это... Да нахер мне озарение, да, если у меня теперь орел. Ну так, просто привык к озарению. Поэтому думаю, ну, надо, чтобы было позарение. Это, по сути, оно. Оно просто помогает искать всякие разные сокровища. Точнее, с ним проще искать всякие сокровища. Так,
пещера Филаки. Что у вас здесь такое? Всего лишь на все одно сокровище забрать надо. Ух ты ж, блядь, сколько тут Минотавра. Все. Просто на изи исследовали пещеру. Теперь, ну теперь сюда, а потом точку синхронизации пойдем. Здесь любят Минотавра. Обожают просто. Да ты что? Да ладно. Сейчас ему нахуй оплюху какую-нибудь впиздюрят. Наградите меня. Я пока шел, я, блядь, уже весь тур Минотавра изучил. Чему мне тут еще... Что мне тут еще слушать? Наверное. Но история об этом умалчивает. Хотя даже взять нечего. Его уже победил. Молодец, парень. Расскажи мне. Не боишься, что кто-то украдет твои всемирно известные туники? А кто? Это для Минотавров. Посмотри на статуи. Минотавр — серьезный противник. Помни мой урок. Он ненавидит, когда его колют. Особенно острым оружием. Это его единственная слабость. Смотри, это статуя Минотавра. Сам Минотавр может быть меньше. А где остальное? На холме. Ее не смогли удержать, когда переставляли. Двое погибли. Их разрубило пополам рогами. Два рога, четыре половины. Даже статуи Минотавра опасны. Да, опаснее всего. Говорят, даже Тесея убила статуя Минотавра. Я знаю истории о Минотавре. В них Тесей больше похож на героя. Что ж, спартанцы всегда лучше дрались, чем думали, да? Может, ты и в Медузу веришь? Продолжим наш поход.
Здесь, в Певке, герой всегда прав. Сюда. Странно, что мы его не видели. Еще один секрет. Кроме меня его не знает никто. Минотавр не любит рано вставать. Честно, я разбираюсь в минотаврах. Я уже 27 лет в этом деле. Сколько? Еще один секрет. Надеюсь, Арсений-младший однажды займет мое место. Славный малыш, славный. Воины из всех уголков Греции приезжают сюда, чтобы сразить Минотавра. Они надеются добыть его голову. Но пока... никто не преуспел. Но... если выпьешь эликсир из копыт Минотавра, то получишь его силу и победишь. А где вы копыта-то взяли? Откуда у тебя эликсир из копыт Минотавра? Сделал из копыт Минотавра. Что непонятного? Все в названии. Ага. И от чего может вылечить этот твой эликсир? От всего. Что беспокоит? Горло? Старые раны? Зуд в местах, которые не почешешь на людях? Он вылечит сожаление о потерянном времени. Да! Дай угадаю, эликсир у тебя с собой? Папа всегда говорил мне, не выходи из дома без толченых копыт чудовища. Нет уж. Ладно, ладно. Никто не обязан помогать бедному ребенку с улиц Певки честно заработать на лекарства для своей больной бабушки. Болеет она, а кашляешь ты? Я ей сочувствую. Самая жалкая ложь на моей памяти. А я ведь жил на Кефалинии. Да, ну, я попытался. Идем, это не все, что тут есть. Эх ты, мелкая жопа. О, блять. Я не говорю, что это я сломал статую Минотавра. Но не говорю, что это был не я. На этом тур окончен. Это все? Ты ничего не рассказал о Минотавре? Мои клиенты всегда довольны. Можешь заплатить моим приятелям за выход. И еще раз добро пожаловать в Певку. Не получишь ни одной монеты. Что? Ни одной? Я заберу все! Вперед! Осторожней с броней! Мелкий засранец. Ну чё, Арсюша, побазарим? О, а ты молодец! Ты прошел проверку разбоем. Да-да, не все ее проходят. Ты заслужил скидку на туники Минотавра. О, знаешь что? Это был славный тур. Тур дружбы. Я заплачу тебе за него. Вот, огромная плата за тур истинной дружбы. Приятно иметь с тобой дело. Эй! Да? Каково быть мистием? А, неплохо. Чудесно, блядь. Охуенная экскурсия. Пошел, послушал, еще бабла дали. Сука, да я так целый день могу ходить. Так, ну что, погнали. Синхру пройдем. Точку синхры.
И снова на башке у Минотавра, да? А чё там за вот какая-то херня странная валяется вон? Мост впереди где? Что-то типа как крест. Крест. Пальма, что ли, там так наклонилась? Интересненько, однако. Этот не базарит. Давай. Могу я предложить тебе окаменелый помет Минотавра? Давай. Ты правда думаешь, что я тебе поверю? Если не стрелять, никогда не попадешь. Только помет Минотавра окаменелый. Когда ж он окаменеть-то успел, помет-то ваш? Точнее, помет Минотавра, когда он окаменеть-то успел? Так, ну что, мы тут, получается, исследовали в Певке, точнее, все исследовали, что можно, да? В Певке исследовали. Мелит. Так, а где здесь? Ну да, кстати, это вот куда я туда и... А... Ебать, ну это ж пристань. А где мне кораблик призвать-то на пристани? Алло. Не хотите, чтоб я корабль призвал? Я же ваш спизжу. Что-то как-то странно, блядь. Пристань есть, а корабль призвать нельзя. Только я надеюсь, ты не развалишься по дороге-то, а? От острова до острова, на тебе можно, интересно, доплыть? Или я тогда это форсил на нем? Поэтому он развалился. Но это дельфинчики. Это мне что-то под акул-то неохота прям. Ёп твою мать. На меня пираты, надеюсь, не нападут на такой лоханке. Заебца. Охуеть. Блять, красотища прям.
Шикарно прям. По волнам плывем. Чё к чему? Изменился узор волн. Половину пути проплыл. Блять, ну конечно по волнам-то плыть прям... Не найс. Зато теперь я знаю, что эти баркасы вообще, блин, от острова до острова, на 100 метров отплыл, он сломался, нах. Ну или на сколько я там отплыл, на 400, на 500, и ему пиздец пришел. О, я могу к вам залезть? Опа, смотри-ка, я залез к ним. Полезли. Дебилы, блядь! Очешуенно. Я просто, блядь. Алло, блядь, алло.
Нормально я. Я, оказывается, узнал, что можно это. Напасть на пиратов. Просто вот так вот в открытом море плаваешь, короче, кораблик. О, корабль залез. Их там поперефигачил и все. Синхронизируемся. Так, здесь тоже стекло есть, да? Чудесно. И железо. Гора Вигла. Необычное название. Гора Вигла. На всем этом таком вот вулканическом каком-то островке там вон деревце есть. Еще одно деревце. Не густо, короче. Зелень. Но тем не менее, какая-то зелень есть. Береза, ебать ее, растет. А, это корабль. Это корабль какой-то, потерпевший крушение, да? Обломки корабля близ... Близ какой-то. А кто? Кто? Кто жгет? Чё, кто здесь? Анафи. А, обломки корабля близ Анафи. Ух ты, осьминогов-то сколько. То есть я, блядь, вот из-за этого сюда столько плыл. Интересно. А там что за остров? А, ну это вот это, да. Ну-ка давай мы тогда здесь хоть прошвырнемся по островку-то. Здесь же стеклышко, наверное, должно быть. Так, вот стеклышко. Серу. Вот тут еще серу добывают эти.
человеке. Ебать, там, наверное, вонище стоит. Запах-то не из приятных. Что тут еще задание есть какое-то? Чего? Тут у кого-то есть для меня задание? Подожди, а почему я когда на этом... на синхронизации стоял, я не видел задания? То есть там мне надо было корабли... обломки найти корабля сперва или что? И он сейчас мне скажет: вытащи меня отсюда. Здорово. Что-то нужно? Хозяин послал меня за железом из плавильни. Оно срочно ему нужно. Ну и чё? Ты раб в кузнице? Да. И железо теперь нужно всем. Боюсь, ограбят меня по дороге. И ты просишь прирезать всех разбойников? Да. В этом-то и смысл. Ладно, я берусь. Хвала Зевсу. Островок-то небольшой. Оставь это мне. Островок-то небольшой, чё тут? Кого тут резать-то, ёптать? А, вон вы, бандосы, где засели. Сейчас я приду к вам. Свинка сдохла, хвост облез, пятачок позеленел. Оп. Ну, ёптать. Кошки какие-то пугливые. Так, а где здесь Хрюша был? Хрюша был. Хрюша был. Куда делся Хрюша был? Цвинтус был. Блин, чё с вас нечего взять-то? Вы чё такие это...
Безлутовые. Давай сюда свои деньги. На. А, ты деньги просил, ёптать, я это. Мне послышалось, кидай в меня свое копье. Этот вообще ничего сказать не успел. Так, тут еще кто-то есть. А ты у них типа главный? Да. Элитные враги. Повержены. Даже на таком необитаемом, сука, острове квест нашелся. Да уж. Вот и ты. Удалось их убить? Они мертвы. Все до одного. Прошу. Даже больше. Даже больше убил, чем ты просил. Сойдет. Блять, что ты мне железо мне подсунул? Мог бы мне это что-нибудь другое подсунуть? Так, исследователь пещер. Вернитесь к Факида. Факида, теперь надо вспоминать, где ты, Факида. Вот Факида. А, вот сюда. Давай. Я не упущу эту возможность. Чё, я к нему просто пришел, и он это. У меня товары отменного качества. Лучок. Ну все, да? Рад тебя видеть. Да не пизди. Рад ты меня видеть, как же, ага. Так, ну-ка, давай в дом олимпийцев заглянем.
тебя снова видеть. Ты не поверишь, сколько у меня всего интересного. Ну покажи. Откуда ты все это берешь, Саргон? Ты же не покидаешь лавку. Группа моих единомышленников занимается поиском диковинок. Если находят что-то особенное, приносят мне. Ты знаешь свое дело. Я ценю вещи, которые другие мне интересны. Этот навык я оттачивал годами. Интересно. Покажи, что у тебя есть. Понятно. Нихера. Что у тебя есть? Нихера нету. Так, ну-ка, доска объявлений. Боязнь стрел. А, разбойники, одежда это. Так, дом предводителя. Так, а есть у меня еще какие-то выполненные? Я же это... Или нет? Или все? Нету больше выполненных. Восемьдесят первый, 65-й. Малида. Пленники, вот. Пожалуй, вот сюда вот схожу. И недалеко. И заданица какое-то есть. Лалая. Говорите. Афродита, Артемида, Афина, матери и дочери Олимпа, прошу, защитите нас. Мы и так лишились многих. Я не один из них, но я Алексиос, Мистий. Что случилось? Мои люди в опасности. Мы потеряли правителей и воинов, а теперь и охотники пропали. Охотники могут не возвращаться неделями. Что случилось с остальными? Война между Афинами и Спартой достигла наших границ. И они пошли сражаться. Боюсь, что тех, кто остался, погубят сыновья Ксеркса. Не хотел бы я быть на твоем месте. Хотя я убийца и могу выследить кого угодно. А совет дать можешь? Я не знаю, что сказать своим людям. Они понимают, что дела плохи, но что мне предпринять? Действуй, как подобает правителю. Нужно выбрать путь, каким бы он ни был. Верно. Я должна готовиться, а не впадать в уныние. Но охотники так и не вернулись. Может, ты
Поищешь их? Я найду охотников. Моя сестра Агнадика ушла искать их. И тоже пропала, да? Эх. Пленники. Горы Парнас, разбойничьи лагеря. Горы Парнас. Так, это где? Горы Парнас. В разбойничьем лагере Ламии. Здесь? Все, что ли? Здесь? Я уже, как обычно, зачистил все. По второму кругу. Ну, чё? По второму, так по второму. Так, сеструху, по-моему, нашли, да? А это охотники, да, рядом лежат? Благодарю тебя. Вывести пленницу из лагеря. Что, сама не выйдет? Да иди вперед. Все в порядке? Разве не видно? Ты жива. Чего не скажешь о твоих товарищах? Это предупреждение. Сперва охотники, затем остальные. Я должна рассказать магистрату о планах сыновей Ксеркса. А мне нужно забрать у нее деньги. Поговорить с Периктионой. Периктиона. Сыновья Ксерса какие-то еще, блядь. Что еще за? Тыгдым, тыгдым.
не вернулся. Что с Игнадикой и охотниками? Магистрат, тревожные вести. Сыновья Ксеркса готовятся напасть. О, это ты? Магистрат, этот Мистий спас меня от смерти. И просит двойную плату. Наконец-то. Хоть кто-то умеет обращаться с мечом. Я уговариваю Перри построить укрепление с тех самых пор, как мы заметили сыновей Ксеркса у деревни. А, это моя сестра Фия. В отсутствии мужчин она строит из себя военачальника Лалаи. Раньше нас защищал твой муж. Кто-то должен был занять его место. Ты что, не слышала Агнадику? Нас переубивают, пока мы уповаем на богов. Похоже, сыновья Ксеркса понимают только язык силы. Мистий, я хочу нанять тебя для защиты деревни. Сделаю, что смогу. Славно. Встретимся у источника Кефиса. Сыновей Ксеркса ждет сюрприз. Ну, давай. Где? Ой, а чё всё, ты 1000 драхм не заплатила? Чё так мало? Чё, прям здесь, что ли, мы будем драться? Ай, ну ладно. Рада видеть тебя вновь. Взаимно. Лалая, дочь Кефиса, бога этого источника. Говорят, она живет в этих водах. Фия, да? Периктиона сказала, что ты полководец. Впрочем, насколько я вижу, вы с сестрой не очень ладите. Перри скорее умрет перед алтарем, чем попросит у меня совет. Иногда люди хотят спрятаться от суровой реальности, чтобы их утешили, сказали им, что все наладится. Нас вот-вот перебьют, а мы сидим сложа руки в ожидании смерти. Я должна подготовиться к битве, и другие тоже. Поможешь мне? Тебя называют полководцем. Проверим, что ты можешь. Я готова. Смотри! Ты умрешь! Я же просила не поддаваться. Сильный удар! Не поддаваться? Я посрамлена. Сыновья Ксеркса будут злее. А, что ж, это отрезвляет. Вот так бы и с Перри. Старшей сестре всегда виднее. Похоже, тебе было с ней нелегко. Это верно. Руки пачкаю я, а героиня всегда она. На твоей стороне хозяин орла. Значит, ты Персей для моей Андромеды. Насколько я помню, Андромеду приковали к скале обнаженной. Вот как? Используем это, когда будем ставить пьесу. Жители Лалаи умеют играть на сцене лучше, чем воевать. Вернемся к насущным делам. У нас хлопот полон рот. Да, но я не знаю, с чего начать. Нужно готовиться к битве. Но у нас нет ни оружия, ни доспехов. Кузнец ушел. Здесь только его дочь. Других охотников не найти? Нужно тренировать новых. К тому же рядом есть лагерь. Вероятно, дочерей Артемиды. Они не очень приветливые, и мы избегаем их. Я займусь этим. Что надо сделать? Взято несколько заданий. Ебать, а мне-то какое задание делать? Что делать? Сразу несколько заданий. Так, поговорить с охотницами. Так, ну дочка кузнеца, она рядом, по крайней мере. Тут ближе, чем эти. Давай тогда с ней сперва поговорим.
Стоп, стоп, стоп. Говорят, делай оружие. А хоть кто-нибудь спросил, умею ли я? О, ты кто? Наемник. Меня наняла магистрат деревни. О, вот почему я тебя не знаю. Я Метиадуса. Только не говори, что тебе нужно снаряжение. Мне нет, а вот остальным жителям да. А, еще хуже. Разве ты не кузнец? Почему ты расстраиваешься? Я не кузнец. Мой отец кузнец, брат его подмастерье. Я приносила им древесину. Но теперь все считают, что я умею ковать оружие. Я могу чем-то помочь? Отец оставил мне инструменты и формы, но нужна руда. Да и с ней у меня вряд ли что получится. Какая нужна руда? На самом деле сойдет любая, но... Но? Отец сделал кинжал для моей матери из особой руды. Из афродитовой руды. Странно звучит, но это правда. Вернусь с афродитовой рудой. Добыть афродитовую руду? А где, ёптать? Сколько метров-то туда пиздить? 1168, ёптать. Ты мне куда? Термопила? Это что такое? Ну ладно. А, ну это по дороге практически. Это все охотники? После смерти наших мужей и сыновей в Лалае остались только мы. Должно быть, тебя наняла Периктиона. Точно. Пусть мы и не здоровяки, к которым ты привык, но мы умеем убивать. Ну, точнее, рыбачить. Неплохо. Мы готовы. У тебя есть все, что нужно? Да. Берите луки. Идем. Расскажи о Лалае. Нас щедро одарил не только речной бог Кефис, но и богиня красоты, прекраснейшая Афродит. Люди всегда селятся у воды. У нас и... Вы ловите рыбу в прудах и реке? Кефис дает нам все необходимое. Недостаточно, чтобы прокормить Лалаю. Вот зачем нам ты. Из-за сыновей Ксеркса здесь стало меньше дичи. Фрукты и рыбу мы едим чаще, пока хватает. Звери не кричат и не молят о пощаде, как люди. Вряд ли они интересуют сыновей Ксеркса. Это еда. Возможно, персов меньше, чем мы думаем. Быть может, у них не хватит лучников, чтобы затмить стрелами солнце. Но их достаточно, чтобы пронзить каждого жителя Лалаи. Мы на месте. Здесь живет. Не надо о нем. Напрасно я пришла сюда. Локоть должен находиться на уровне уха. Левую руку выпрямите и расслабьте. Стрела должна быть чуть ниже линии взгляда. Отпустив ее, выдыхайте. Старайтесь целиться в глаз, чтобы испортить меньше мяса. Так я их что, в глаз убиваю всех? Там лучник! Где? А где лучник? О, подожди, Миша! Там Миша ходит!
Чё вы за мной ходите? Спасибо тебе. Я многому научилась. Афродита дает, но Артемида действует. Лалая, прекрасное место. Я рада помогать жителям деревни. Спасибо. Этого должно хватить на неделю, но Лалая нуждается в нашей помощи. Так, все. Теперь к этим. Ой, не точнее. Руда. За рудой. А где моя лошадь? Персы пытались подняться по этим скалам? Безумцы. А вот и пещера. Что мне тут надо найти? Афродитову руду. Вот почему ее назвали в честь Афродиты. Почему? А я что-то не понял, почему. Бля, ну без эхолокации так херовенько.
Я так-то задолбаюсь тут. Это... Дуси, этого хватит. Пора возвращаться. Угу. Так нахера ей эту Митиадусия. Так, поговорите с Мити. А вот она ты. Блин, пока квест не начался, тут этот кузнец был. А сейчас кузнеца нету. На. Я нашел руду. Отлично. Приготовлю формы. Этого хватит на всю деревню? Для начала хватит. О, можешь мне кое с чем помочь? И с чем же на этот раз? Я могу ковать и оружие, и доспехи. Но получаться будет гораздо медленнее. Лучше сосредоточиться на чем-нибудь одном. Что мне делать? Оружие или доспехи? Разбойников не убить без оружия. Надеюсь, стреляют они плохо. Да, ты прав. Твоя уверенность вселяет надежду. Спасибо. Я сделал все возможное. Нужно вернуться к Периктионе. Мери, нам нужно... Хозяин Орла. Славно. Уж тебя-то сестра послушает. Я только что говорила с охотниками. Они снова нашли возле деревни вражеские стрелы. Лазутчики. Должно быть, искали слабые места в обороне Лалаи, коих немало. О том я перетолкую! Нам нужно их убить. Даже если справимся с сыновьями в бою, лазутчики перебьют нас во сне! А если не победим, деревне придет конец. Агнадика говорила про склады. Уничтожим их. Оставим врага без оружия. Что ж, покончим с этим. Какова наша цель? Лазутчики или склады? Займусь лазутчиками. Нельзя, чтобы нас застали врасплох. Надеюсь, ты не ошибся. Иначе все пропало. Но не будем терять времени. Ты готов? Вернусь, как закончу. Как там говорят спартанцы? Со щитом или на щите? Пусть боги направят тебя и твой клинок. Разорить склады – это стратегия. А искать по лесу лазутчиков – пустая трата времени. Лазутчики находятся в Малиде, залив Ксеркса.
Может, вот здесь? Давай сперва вот сюда. Сперва сюда. Может, здесь они будут? А, у западной части... Ну, это, в принципе, есть западная часть залива Ксеркса. Все трое? Ну да, в принципе, правильно пошел. Наверное. И где еще одни? Бля, надеюсь, не это. Пока я лазучков убиваю, лагерь там не расхерачат. То есть деревню. Вроде все. Пора вернуться в Лалаю. То пока сейчас убивал всех лазутчиков, там деревню, может быть, уже сожгли уже, ёптать.
Убил всех до одного. Теперь я буду спать спокойнее. Их силы по-прежнему превосходят наши, но спасибо. Теперь все изменится. Надеюсь. Как идет подготовка? На нас напали. Сейчас врагов сдерживает отряд Фии, но ей нужно подкрепление. Что ж, подготовка закончена. Ступай. Я останусь с жителями. Чудненько. Сюда! Они прижали нас к скалам! Подожди, стой, блядь, я не успел квест принять. Что ж вы, мудачки-то? Мудачки, мудачки, мудачки. Блять. А, это наша, ёптать. Неужели справились? Но какой ценой? Это война, Фия. Мы победили. Как? Я только помню, что наносила удары своим клинком, пока не начали болеть руки. Думая я в тот момент о лазутчиках, погибла бы. Мы справились. Хоть я и не избранница богов, но парой ударов меня не остановить. Вернемся в Лалаю. Хера ты носишься. Же, что у тебя такая юбка-то стрёмная, Алексиас? А зачем ты вытащил меч? Фери! Фери! Сюда! Фери! Фия, я здесь. Все в порядке. Все кончено. Мы победили. Осталось только сжечь тела. Ты защитил мою сестру и мою деревню. Я этого не забуду. Мы защищали друг друга. Как мы можем отблагодарить тебя? Я знаю несколько способов. В самом деле, обсуждать это здесь, в присутствии сестры и всей деревни? Позже. Спасибо, Мистей. Вот обещанные деньги. Мы всегда будем рады тебе. Недалеко отсюда погиб мой дед. Хвала богам, что он спас Лалаю от персов. Алексиос, нам нужно поговорить. Встретимся у водопада. Возродим наш дом из пепла.
у водопада. Я рад, что здесь вновь царят красота и покой. И это благодаря тебе. Правда, мир так хрупок. Но теперь мы сможем сохранить его. Так что ты хотела мне предложить? Моей первой мыслью было раздеть тебя. Первой? Мне не терпится узнать, что ты еще придумаешь. О, сомневаюсь, что у нас будет время думать. Ох, Алексиос. Теперь все позади, и я могу делать, что захочу. Например, проводить больше времени с тобой. Блин, а ты какая фиолетовая? Чувствую, теперь мужчинам понадобится твоя помощь с защитой Лалаи. Им придется считаться со мной. Твой урок не прошел зря. Я буду скучать. Ну, скучай. Ну что ж, на вот этой приятной ноте я предлагаю сегодня закончить. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч!